1976 году, когда Yamaha выпустила модель RD400, мотоцикл сразу же завоевал рынок, будучи дешевле альтернатив от Honda и Kawasaki. Однако дешевле не значит хуже. Про этот мотоцикл говорили так: если он не козлит моментально, значит с двигателем что-то не так. И каким бы привлекательным не был старый Kawasaki KH400, и каким бы утилитарным и прочным не был Suzuki GT380, нет никаких сомнений, что Yamaha RD400 был самой харизматичной маленькой ракетой. Жемчужиной Yamaha RD400 был его двигатель, двухтактный двухцилиндровый с пластинчатым клапаном, рабочий объем которого составлял 398 кубических сантиметров. Он был оснащен воздушной системой охлаждения. Диаметр цилиндра равен 64 мм, а ход поршня 62. Питание осуществлялось двумя 28-мм карбюраторами Mikuni. Максимальная мощность двигателя составляла космически для владельцев Yav и Ежей 44 лошадиные силы, которые снимались на частоте вращения 7500 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент достигался на 7000 и составлял 41 ньютон-метр. Двигатель обладает высокой чувствительностью к повороту ручки газа, однако ниже 4000 оборотов в минуту РД разгоняется медленно и плавно. Но после того, как обороты переваливают отметку в 5000, Yamaha RD400 оживает и выдает дикое ускорение. Так как между 5500 и 8000 оборотов в минуту байк находится на пике своей мощности, пока обороты не упрутся в красную зону на 8500. Трансмиссия Yamaha RD400 была представлена шестиступенчатой коробкой передач и цепным приводом. Подвеска состояла из стандартной передней телескопической вилки и двух амортизаторов сзади. Чтобы соответствовать производительности двигателя, были установлены дисковые тормоза, состоящие из двух 256-мм дисков, по одному на каждое колесо. Однако при интенсивном торможении задний тормоз имел тенденцию к блокировке колеса, что приводило к заносу. Максимальная заявленная скорость, на которую был способен RD400, это 172 км в час. Расход топлива в среднем был равен 5,5 литра на 100 км пути. Вместительность бензобака составляла 16,5 литров. С полным баком модель весила 171 кг. Многие считали Yamaha RD400 лучшим мотоциклом в классе. Он был быстрым, удобным, простым, практичным и относительно легким, плюс к этому более доступным в сравнении с конкурентами. И кто знает, каким характеристикам привело бы дальнейшее развитие этой модели, если бы не жесткий закон о выбросах, которые поставили крест на всех двухтактных мотоциклах.